Волонтеры Екатеринбурга стали первыми в России, кто сложил свои полномочия после окончания игр чемпионата мира по футболу. Для уральских добровольцев мундиаль завершился большим концертом. В организации игр чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге участвовали больше 2000 волонтеров. Уже в нерабочей обстановке добровольцы вспомнили лучшие моменты чемпионата мира, поздравили своих коллег и вместе с екатеринбургской группой «Богачи» исполнили гимн волонтеров. За двухнедельную работу на матчах Кубка активистов поблагодарил координатор ФИФА в Екатеринбурге Луис Кастро. Сюрпризом для добровольцев стали персональные подарки. Это было очень трудно. Конечно, некоторая работа была легкой, но большую часть времени мы потратили, чтобы выполнить это все. Но мы сделали это. Но каждую секунду, что ты потратил, это того стоит. Это было потрясающе, невероятно. Я люблю Россию. Давай, Россия! Конечно же, я сейчас сидела, плакала, потому что невозможно сдержать эмоции. Я 2 года уже этим всем занималась. Конечно, это было больше, чем часть моей жизни. Это, я не знаю, как сейчас дальше. Это просто взяло и закончилось. Я вот до сих пор не верю, честно.